коворкинге бизнес-центра «Славия» состоялся семинар об изменениях в законодательстве по оформлению объектов недвижимости. Щелковская торгово-промышленная палата пригласила выступить перед кадастровыми инженерами предприятий и организаций специалистов Росреестра Московской области. Они рассказали о введении единых принципов регистрации собственности, которые уже законодательно утверждены или же вступят в силу в ближайшее время. У нас было очень разрозненное законодательство, которое не позволяло по единой методике оформлять, регистрировать объекты, жилые дома, таунхаусы, дуплексы, те дома вот барачного типа, которые еще остались с советских времен. Но между тем у них есть определенные схожие характеристики, и законодатель нас постепенно ведет к тому, чтобы все объекты оформлялись по единому принципу. Мы в рамках деятельности торгово-промышленной палаты регулярно следим за изменениями в действующем законодательстве, они происходят регулярно, и доносим до наших членов изменения максимально актуально для того, чтобы они были всегда в курсе событий. На семинаре кадастровых инженеров познакомились с вступившими в силу с декабря прошлого года поправками в Гражданский кодекс об учете не принадлежащей никому бесхозной недвижимости. Теперь организации и частные лица, которые ее эксплуатируют и обслуживают, могут после постановки на учет оформлять эти объекты по определенной процедуре в собственность. Также на семинаре шла речь об изменениях в оформлении так называемых блокированных объектов, которые занимают промежуточное положение между индивидуальными и многоквартирными домами. Эти изменения начинают действовать с марта этого года. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.